20-летняя Кейт Роска тренируется вместе со служивцами в центральном лондонском гайд-парке. Они готовятся к важному выступлению – королевскому виндзорскому конному шоу, которое пройдет 12-15 мая. Все мероприятия будут посвящены платиновому юбилею королевы Елизаветы II. Так отметят ее 70-летнюю годовщину на троне. А 21 апреля королева Елизавета отмечает еще один праздник – свое 96-летие. Я с лошадьми с самого детства, поэтому мне очень интересно оказаться на лошади перед королевой в Виндзоре. Это будет действительно захватывающе, к тому же это огромная честь. Королева посещает конное шоу каждый год с 1943-го. В этот раз в празднованиях примут участие сотни лошадей и тысячи артистов. Выступление назвали «Галоп сквозь историю». Оно пройдет на территории Виндзорского замка. 90-минутное шоу расскажет историю от времен королевы Елизаветы I до нынешних. Такое бывает раз в жизни, и в этом стоит поучаствовать. Платиновый юбилей не часто происходит. Так что многие солдаты очень гордятся тем, что примут участие в выступлении. Сомневаюсь, что смогу это сделать. Я участвовал в шоу и раньше, но и тогда сильно переживал. А тут на нас будет смотреть королева Елизавета. Это совершенно другое. Надеюсь, что не возникнет проблем и все будет хорошо. Елизавета II правит дольше всех в истории Великобритании. По факту она взошла на трон сразу после смерти своего отца в феврале 1952 года, а коронация состоялась 2 июня 1953. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.